Ульяновская область, Инзинский район. Эти места по праву считаются православным краем, но особой красотой и особым величием среди местных церквей выделяется храм во имя святителя Николая в селе Остино, что всего в 6 километрах западнее Инзы на берегу одноименной реки. Поскольку точная дата основания села историкам неизвестна, принято считать, что основано оно в 1671 году. Строительство храма в селе Остино началось в 1909 году и продолжалось 2 года. Свято-Никольский храм села Остино в Инзинском районе Ульяновской области. Храм совершенно с необычной судьбой. Храм, который на протяжении нескольких десятилетий в год советской власти, вопреки всем желаниям того руководства, той власти, действовал. Вообще, в Ульяновской области, как на родине Ленина, было особое отношение к религии и к церкви в целом. Наверное, не случайно ставилась задача, чтобы этот регион был первым полностью атеистическим регионом в Советском Союзе. Однако отношение прихожан этого храма к своему детищу, храм строили всем миром, любовь к матери церкви способствовали тому, что храм не был закрыт, он действовал. И сюда стекались тысячи православных, не только с Ульяновской области, ехали из Куйбышевской области, с Пензенской области. И в дни 20-х праздников православных действительно в храме яблоку упасть негде было. Храм был полностью заполнен православными. Воскресный день, утренняя служба. Стекаются к церкви прихожане. Легенда гласит, что долго выбирали их предки место для строительства храма. Поначалу хотели построить его на одном из окружающих холмов. Село часто горело. Хотелось и храм сохранить, и молитву в храме село от огня уберечь. Село было очень небольшое, но мордовское село. В основном, значит, были в основном старообрядцы, но они не помнят, какого они толка были. Но, по-видимому, все-таки поповские были старообрядцы. Но вот село горело и почти полностью выгорело. Но вот, и горела маленькая церквушка у них. Ну, те жители, те, кто остались, в общем, в соседнем селе построили каменную красивую церковь. Если вы тут прямо рядом, можете посмотреть ее. Но вот, а там была, значит, небольшая деревянная старенькая церковь, и они им позволили в ней молиться. Но уже православная церковь. И, в общем, молодежь, не видя различия, и старообрядцы стали ходить под православную церковь. Ну, то село русское, а здесь село мордовское. Ну, знаете как, у нас ведь до революции к другим национальностям относились как ко второму сорту, хотя и были православные, но они это ощущали, и им было обидно. И они решили строить свою. Но это легенда, правда. Говорят, одна из живших в те годы в селе женщин увидела однажды сходящий с неба огонь, будто указывающий на что-то. Подняла она крик, сбежались люди и расценили увиденное как знак свыше. На этом месте и решили они строить церковь. Старец Максим предложил односельчанам строить не маленькую церквушку, а большой храм. Не найдя поддержки ни в Пензенской епархии, ни у губернских властей, были вынуждены они обратиться с просьбой о поддержке инициативы строительства храма к государю-императору, который разрешение подписал. Для того, чтобы освободить место для будущей церкви, люди переносили свои дома на другие места, а на стройке работали всей общиной. Император Николай II распорядился выделить отборный лес из государственных угодий. Как срубили первый венец, на крест, поставленный в основание храма, налетел рой пчел. Старец Максим объяснил это так. Совсем скоро многие православные из соседних губерний слетятся в Остино, как эти пчелы. 13 июня 1912 года храм во имя святителя Николая был торжественно освящен архиепископом Пензенским Владимиром. Огромный храм. Он и сегодня впечатляет своей масштабностью и красотой.
До 2000 человек способны вместить эти стены. Сбылось предсказание старца Максима. В 30-е годы храм был закрыт, но не разрушен. А в 1945 году, сохранившиеся в архивах документы только подтверждают это, вновь открыт для богослужений. Звонили в тот день с радостью колокола. И первая служба была на свете Николая. Здесь, вот, батюшка как раз был. Он пришел с фронта, контужен, первый священник. Ну, вот он, значит, как начал первый здесь служить после войны, после десятилетней разрухи здесь был, правда, сыпали хлеб, ну, как и везде. Но что интересно, значит, вот завсклад или кладовщик, который вот это хранил зерно, вот он, значит, протянул веревочку вдоль иконостаса и сказал, кто зайдет за эту веревочку, что-либо взять, там иконы или что-нибудь, по суду военного времени посажу. И поэтому, в общем, церковь практически, ну, то, что вот здесь было, все это разграбили. А вот иконы, значит, это самое, даже престолы все стояли на месте, правда, верхняя одежда была снята, потому что, ну, тогда же мануфактуры не было, по-видимому, что-то перешили, но нижняя вот сорочка на престоле, мощи под престолом, все это сохранилось. Деревянная церковь Воськина неспроста настойчиво просится в сны мои, не уходит из глаз, и горит, как роща по осени, ее древний иконостас. И при советской власти, и при безбожии, и при воинствующем атеизме инзенцы и жители села Воськина ходили в Свято-Никольский храм и на службу, и на исповедь. С детства с верой Христовой живут эти люди. Все село наше ходили, все одноклассники ходили в храм, но тайком, чтобы нас никто не видел. И за этим они очень следили, и не крестить нам нельзя было детей, ну вообще, ну, очень тяжело нам было. Но несмотря на это, все равно любыми путями мы заходили в храм и находились в храме. Православные верующие особо почитают и любят святителя Николая Чудотворца, так как верят. С чем к нему не обратишься в молитве, все исполнится, надо лишь верить. В 20 веке, с конца 40-х годов, Свято-Никольский храм был одним из немногих действующих храмов в Ульяновской и Пензенской областях. Под самыми разными предлогами партийно-советские органы не раз пытались закрыть храм, но тщетно. В 1954 году во время пасхального богослужения вдруг раздался крик «Спасайтесь, горим!» В панике, в жуткой давке тогда погибло 17 человек. Во всем был обвинен настоятель храма, отец Григорий Ефремов. Значит, спустя вот 50 лет, когда начали работу над книгой «Свидетели веры», для нас вопрос встал вопросом как чести восстановить это доброе имя этого священника. Значит, и разговаривая с жителями села Воськина, которые есть еще живые, которые помнят этот момент, они вспоминают так, о том, что и предполагают, что, скорее всего, это была провокация, задуманная соответствующими советскими органами для того, чтобы дискредитировать церковь, приход и впоследствии закрыть храм для работы. В каждом храме своя атмосфера, которая определяется настоятелем этого храма. Нашему Воськинскому Свято-Никольскому храму по-настоящему повезло с настоятелем, с отцом Адрианом, архимандритом Шитовым. Человек, который искренне верующий человек, человек, который обладает великой мудростью, человек, который всегда найдет доброе слово каждому приходящему в этот храм. В 1973 году прибыл в храм молодой священник отец Николай Шитов, ныне архимандрит Адриан. Я кончил школу, семинарию, затем рукоположение в Самаре, или тогда это было Куйбышев, Владыком Иоанном. И меня прислали сюда, и вот здесь я уже 38 лет.
Неоценимую помощь в возрождении храма и священнику, и прихожанам оказал архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн Снычев. Начиная с 1989 года, после восстановления Симбирской кафедры, архиепископ Симбирский и Меликесский Прокл ежегодно посещает Свято-Никольский храм. В 80-е годы церковь была отмечена благодарностью Президиума Ульяновского областного комитета защиты мира. Прихожане оказывали денежную помощь Московской духовной академии и семинарии тысячам людей, пострадавшим в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Трижды видели жители села Остино истинное чудо. По три дня мироточили иконы Свято-Никольского храма. В 2006 году на всеночной службе на распятии возле предела алтаря в честь Покрова Пресвятой Богородицы, в 2008 году в ночное пасхальное богослужение мира выделялось из трещин иконы «Достойно есть», в день принесения в храм чудотворной Жадовской иконы Казанской Божией Матери замироточили сразу две иконы – Димитрия Солунского и пророка Илии. «Все видит Бог». Слышит он молитвы верующих. Жизнь куда меня только не бросала, и успокоение в душе, и правильность принятия решения я много раз находила именно в этом храме. Когда стояла на проповеди, слушала нашего настоятеля отца Николая, в настоящее время архимандрита Андриана, и в это время приходило разумное решение. Жизнь очень сложна, и общение с Богом, общение с прихожанами помогает выжить в этих сложнейших условиях. Все, что есть, это для меня вот это православие и этот храм наш. Потому что я... У меня и судьба такая, что я жила, потом уехала и приехала, вернулась. И опять в этот храм и в родное село. 30 лет меня здесь не было, но я все-таки вернулась в свой храм, в родное село и в родной дом. Бабушки иногда могут в церкви там долго не видеть, поговорить. Но вот иногда, если глуховатые, то говорят очень громко. Я не обращаю внимания, что идет богослужение. Среди молодежи этого нет. Вот у нас, допустим, бывает храм битком, допустим, на Рождество, на Пасху. Но когда идет богослужение, просто муха пролетает, и то слышно. Настолько тихо с молодежью стоит, со вниманием. Как говорится, вот на одном дыхании проходит служба. В 1993 году, благодаря настойчивости настоятеля храма, комплекс Свято-Никольской церкви в селе Остино, включающий храм и часовню во имя святого благоверного князя Александра Невского, был признан памятником культового зодчества Ульяновской области. Из нашего храма, да, знаете, вышло где-то 45 священников. Ну, вот у вас вот, в Самаре служат очень многие наши прихожане, бывшие, вернее, наши прихожане, священники. И что интересно, в основном все замечательные духовенства. И где-то примерно 14-15 монахинь. С первых дней своих Свято-Никольский храм имел печное отопление. Начавшаяся в 2007 году в селе газификация странным образом обошла церковь. Побывав здесь, губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов на личные средства и с помощью благотворителей не только разрешил проблему газификации храма, но и ремонта его крыши. К своему вековому юбилею храм преображается. В 2010 году была реконструирована часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского. Общественность обратилась к руководителю района Александру Ивановичу Макарову, его заместителю по социальным вопросам Бахаповой Екатерине Николаевне. И на уровне районной администрации был создан оргкомитет, рабочая группа, которая стал неформальным органом, а действительно рабочим органом, который переживающий начал подготовительные работы. К столетнему юбилею храма мечтали прихожане возродить звонницу. Всем миром собирали средства на колокола.
В годы богоборческой власти колокола созвонницы храма были скинуты. Более 70 лет храм молчал, если не считать небольшую звонницу при входе. И большим праздником стал буквально недавний привоз в храм колоколов. Действительно, когда мы встречали эти колокола, доставленные сюда с Урала, на берега Волги, ну, какое-то светлое чувство испытывал каждый. Потому что есть храм, а если есть еще и колокольня, то храм получается уже не немым, а храм своим голосом, своим неповторимым звуком. То есть вот та полнота, которой не хватало, она сегодня будет присутствовать в этом изумительном месте, в этом святом для нас месте. И, конечно, с освящением этих колоколов, с водружением их на колокольню, храм этот примет новый облик. Исповедует своих прихожан архимандрит Адриан. Он служит в храме во имя Николая Чудотворца села Остина практически 40 лет. Отец Адриан родился 1 сентября 1949 года в рабочем поселке Старая Тимоштина Ульяновской области. С раннего детства он был приобщен к православной вере своей бабушкой Александрой. Закончив Московскую духовную семинарию, 30 июня 1973 года был рукоположен в диакона, а 1 июля того же года – во священника. С 9 июля 1973 года он – настоятель Никольской церкви села Остина. Архимандрит Адриан является членом епархиального совета, членом строительно-реставрационной комиссии и благочинным 5-го округа Симбирской и Меликесской епархии. В 1992 году он награжден орденом князя Владимира III степени. В 1997 году награжден Митрой, а в 1998 году награжден архиерейской грамотой. Указом президента Российской Федерации Путина награжден орденом Дружбы. В 2003 году награжден орденом Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени. 9 февраля 2006 года избран в Общественный совет при губернаторе Ульяновской области. 27 апреля 2008 года за усердные труды на пользу Матери Церкви святейшим патриархом Алексием награжден орденом преподобного Серафима Саровского. В 2010 году архимандриту Адриану присвоено звание «Почетный гражданин Инзенского района». Сам батюшка является человеком скромным и не любит рассказывать о наградах, которые заслужил по праву. Он уже 38 лет в сане священника. Архимандрит Адриан за 4 года восстановил Базарно-Сызганский храм во имя Дмитрия Солунского. Там были чистые руины. Более 50 человек под началом архимандрита Адриана стали служителями церкви. Сам батюшка считает самой большой своей наградой в жизни то, что именно его сподобил Бог к тому, что он многие годы был хранителем чудотворной жадовской иконы Казанской Божией Матери. Сегодня, благодаря многолетним стараниям архимандрита Адриана, храм во имя святителя Николая Чудотворца – один из самых почитаемых и посещаемых местных церквей. В начале священнического пути отца Николая и в последующие 80-е годы прошлого столетия священников уже не сажали в тюрьмы, не ссылали в лагеря и не расстреливали, но в психушку могли отправить и вредили. Отца Николая то и дело вызывали в сельсовет, угрожали всяческими карами, если он не прекратит крестить и венчать молодежь, распускали в народе самые нелепые слухи, но батюшка с любовью свое дело делал. Архимандрит Адриан вместе с ныне покойной матушкой Верой Николаевной в постриге монахиней Натальей воспитали и подняли на ноги 3 детей. Архимандрит Адриан ведет активную внешнюю деятельность. Несмотря на большую загруженность в своей работе, он находит время активно участвовать в общественной жизни района и города. Он активно сотрудничает со средствами массовой информации, является автором многочисленных духовно-нравственных статей и публикаций.
Батюшка практически еженедельно встречается с молодежью, школьниками не только районного центра, но и всех сел района. Настоятель храма встречает с инзенцами все радости и беды, за что снискал уважение и любовь людей. Жизненный путь настоятеля Свято-Никольской церкви села Оськино является высочайшим примером для православного человека. Трудности, с которыми он столкнулся в жизни, закалили его, но не заставили очерстветь его сердце. Он всегда прост, приветлив, добродушен. Многие инзенцы, говоря о нем, называют его «наш батюшка». Через его жизнь прошло много людей, но для каждого он нашел место в своем сердце и в душе. Являясь усердным молитвенником, он ежедневно молится обо всех, когда-то повстречавшихся на его жизненном пути, прося у Бога заступничество за живых, и молится, прося прощения грехов и дарования Царства Небесного тем, кто оставил этот мир. В 2006 году архимандрит Адриан инициировал создание в Инзе воскресной школы для самых юных инзенцев, а в детстве, в возрасте 12 лет, за много километров ходил он на службу в этот храм и даже подумать не мог о том, что станет его настоятелем на 4 десятилетия. Юбилей это 100-летний не часто бывает. Думаю, многим до следующего юбилея не дожить. Поэтому я, конечно, поздравляю вас с этим замечательным, красивым, я думаю, праздником. Тем более, как говорится, мы радуемся о том, что за 100 лет здесь столько побыло народу. Да. И что это была вот именно, это храм, как бы тропинка или дорога к Богу, к вечности, призывающий всех людей. И люди это всегда ощущали, поэтому дай Бог, чтобы и следующее столетие было таким же плодотворным, как и этот. В 2012 году Свято-Никольская церковь отметит столетие со дня освящения. Также будут стекаться к церкви прихожане, также в воскресный день начнется утренняя служба. Так же, как и сейчас, как год назад, как век назад.